Привет! Ты на канале KaiStreamer, и сегодня посмотрим свежую демку необычного рогалика Feline Survive. Демка вышла сегодня, 14 июня. Давайте посмотрим, давайте заценим. Я уже посмотрел, как играет разработчик, сделал сам небольшой забег и уже в кое-чем разобрался. Ну не во всем, естественно. Значит, вот наш персонаж. Мы бросаем кубик и двигаемся по часовой стрелке, вот по периметру этого прямоугольника. Значит, здесь есть разные клетки. Есть клетки сражения, то есть вот это монстр, вот это монстр, вот это монстр. Есть клетки, которые нас усиливают. Например, попадаем на эту клетку, увеличиваем нашу силу на 1. Здесь нашу ловкость на 1. Здесь наш интеллект. Здесь попадаем, двигаемся в магазин. Попадая в магазин, бесплатно рефрешится ассортимент. Значит, у нас есть деньги. На эти деньги мы покупаем клеточки. Клетки можно заменить, а можно улучшить. Вот, например, беру сюда. Вот у меня 500 золотых. Я покупаю плюс 1 к силе. Ну, сила первый уровень. И сюда вот перетаскиваю. И получается, вот раньше я сюда попадал, увеличивал свою силу на 1, а теперь на 2 единицы. Также я могу усилить противников. Значит, если я попадаю на ячейку с противником, то будет небольшое сражение. Ну, как в обычных сурвайвасах. Значит, только если это противник там первого уровня, то мы получаем мало золота. Если второго, третьего, то уже, соответственно, там чуть побольше. Но не шибко больше. В принципе, вот и все. Значит, есть еще клетки с оружием. То есть клетки, вот, которые нас усиливают, их можно заменить на клетку с оружием. Вот у нашего персонажа пока только вот этот посох. То есть вот нам предлагают какой-то Star Protector. Как я понимаю, я могу его купить и поставить вот сюда. Или поставить вместо силы. И когда я буду сражаться с врагами, у меня будет не одно оружие, а 2. Ну и вот это список, наверное, который может быть. Давайте вращать барабан. 4. Попали на сражение. Ну, пока противник слишком простой. Никаких проблем нет. Как я понимаю, когда мы сделаем какое-то количество, ну, условных вот этих кругов, полных циклов, у нас увеличится здесь значение, и мы будем вот двигаться. Здесь мы, видимо, бьемся с элитой, здесь с элитой, и дальше босс. Поэтому нам нужно относительно быстро развиваться. Значит, какие еще покупки в магазине есть? Вот, например, есть красный портал. Ты покупаешь это и двигаешься вперед до ближайшего сражения. А здесь двигаешься вперед до ближайшего усиления. То есть вот сражение ближайшее вот, усиление вот. Так, давайте оружие усилим. Смотри, посох второго уровня. Денег маловато. Так, вот это Combat Consumable. То есть вот я могу набрать себе... Но я, правда, не знаю, куда они попадают. Какие-то consumables, которые можно будет использовать в бою. Типа там нажимаешь кнопочку и лечишься там, или они все погибают, или время останавливается. Ты двигаешься, а противник нет. Значит, вот это плюс 50 к сбору. Сбор, возможно, это когда вот ты цикл выполняешь, сколько ты получаешь вознаграждения. У нас сейчас вознаграждение 1000. То есть у нас было стартовое 500 и персонаж. Вот первый, у него еще 500. Ну, как базовое значение. И за счет вот этой фичи персонажа. Так, ну давайте еще. Смотри, вот если попасть вот сюда, то увеличится хпшка. Сначала, ну, было 10, сейчас 20. Удача.
Дэмидж... Может, это типа резистанс какой-то? Редакшн. Ну, наверное, ну что-то, короче, дэмидж что-то. А это вот другой противник. Видишь, он первого уровня, но за него уже дают 5 золотых. А за этого первого уровня дают 4 золотых. То есть, когда разгонишь, то он, может быть, за него будет хорошо башлять. Так, ну ладно, давайте вращать. Тут надо все-таки что-то нафармить, каких-то деньжат. Я, кстати, так и не помню, что такое звездочка. А, звездочка это один всего, один поинт. Ну, смотри, неплохо. Хожу, собираю усилки. Вот этот противник второго уровня. Вот оружие второго у нас теперь, видишь, выпускает 2 снаряда. Ну, нам никакие магнитики, тут ничего не нужно. У нас вроде все собирается в конце боя. Ну, не знаю, правда, нет ли какого-то дисконта. Магазин, так, бесплатное обновление. Ну, это вот за сотку купить, ну, давай. Вот один ход сделали и силу увеличили. Сила 3. Вот еще оружие. Вот это аура. Мяу Джанкшн. В общем, это как... как чеснок в одной игре. Ну, опять один ход. Ну, может, это благо бросать маленькие значения. Медленнее проходишь. Больше шансов, что прокачаешься. А так быстро пробежал. Тут есть фишка с ходом назад. То есть, делаешь ход назад. То есть, вот ты только пересек как бы вот линию. Тебе засчитывают как прохождение полного цикла. Вот, и ты делаешь ход назад, он тебе это, и ты заново проходишь. То есть, можно прям очень быстро, чик-чик-чик, и... Так, ауру. Хорошо работает чеснок. Ну, не исключено, что здесь дальше будет суперсложно. Я вот не помню, до третьего или до четвертого вот дошел цикла. И все, посчитал, что уже ну с базовыми вещами разобрался. Смотри, уже третий уровень здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это надо что купить. Все бестолковые сражения, где толком ни денег не делаю, ничего. Но надо покупать врагов. Видишь, у меня чеснок-то есть. Я, в принципе-то, готов. Бесконечным толпам. Ну так и 100 там монеток, это ж смешно. Мозг. Зачем мозг нашему персонажу? Ну возьмем. Так, вот когда мы это активируем, базовый урон 2. Что-то базовый дэмидж 5.
Additional damage плюс 50 интеллекта. 50%. Ну, что-то такое. Так, сколько у нас? У нас косарь есть. Косарь есть, это очень хорошо. Ну что, надо противников или других. Так, это Combat Consumable нам не нужен. Хермит. Хермит Краб. Хермит Краб, как тебе? Давай поставим. А здесь надо усиливать эти. Так, сердечко. Ну давай пусть они будут хотя бы второго уровня. Денег нет. А что, все подорожало, что ли? За инфляцией не следят. Шестерочка, неплохо. Вращайте барабан. О, неплохо, неплохо, неплохо. Быстрей, быстрей, быстрей. Третий уровень. Не, надо оружие пока. Не, денег нет, а я рероллы делаю. Не очень разумно. О, хпшку увеличил. Отстой. Ну, быстрее идите. Это бараны, у которых уши листики. Вот смотри, одну точно и это, на одну клетку сдвинемся. Лазер. Нормально, нормально. И вход, и вращайте барабан. Ну сейчас денег-то заработаем. Так, сколько у нас? Ну, пятихатку заработали. Какая-то фигня с щупальцами. Бабок нет. Это плохо, конечно. Так, ну давайте крабов посмотрим. Краб-хермит. Ну так вот я монетку собираю. 7, ну, дают. А вот этот сбор в конце, так ощущение, что там просто по одной добавляют. Фигню. Впаривают нам.
А, нет. Всегда думаю, что обман. Ну давай еще. Говорит, мозг нужен. Давай. Тут есть штука, рука. Собирает вообще все эти вкусняшки. И стоит-то недорого, по-моему, 200. Ну, правда, с инфляцией не знаю сейчас, сколько будет стоить. Главное не переоценить свои силы. А то кажется все легко-легко, а потом девушка с гармошкой упадет. Ну вообще мне это не нравится все. Давай что-нибудь еще. Не, мы что-то слабовато. Нафиг тогда. Ну, если бараны третьего уровня, в принципе, могут обгрызть хпшку там половину, то я думаю, более сильные противники-то запросто могут убить. О, аура. Так, цветочек. Но у меня аура мощная стала. Мой чеснок покарает всех. Чесночное дыхание облегчает понимание. Сейчас монстры все у меня поймут. О, смотри, что это такое. Upgrade all tiles. Вот это да, вот это да. Может быть ее... Вот когда ее использовать-то? Ну это из всех противников. Ну крутая тема. Ну просто тут какой-то шлак у меня есть. Жалко даже. Дай хотя бы еще один уровень. Заполняет item bar случайными consumables. Надо мне это. А, ну есть ком, а так. Это non-combat consumable. А заполнит он тебя случайно. Может и комбат. А комбат нам мне, в принципе, не очень нужно. А продать нет возможности. Ну, то есть это там часики, еще что-то. Нет, все фигня. Ворот 75% до конца битвы. Ни хрена себе. Ну вот, 4-4, хотя бы так.
хотя бы по 4, чтобы подтянуть немножко, на пол шишечки. Ощущение, что они невидимками становятся. Они получают урон и так мерцают. Кто-то в невид уходит. Ну вот мозг прокачал. Голды. Ну давай тогда вот сюда поставим. Ну ладно, давайте улучшим. Да, здесь 14 голды, 5 уровень тут. Здесь. Главное, конечно, не подохнуть. Не переоценить свои способности. 4 уровень баранов. Ты меня сейчас убьют. Мама мия, просто хочется сказать. Нормально же общались. Все, больше не экспериментируем с усилением противников. Я уже объелся этими усилениями. Может, мне еще одно оружие нужно? Не понял, а что это такое? От встречи с элитой, что ли? Я не готов. Ну как так, ну? Давайте еще разочек. Так, все, собрались. Противников не усиляем, пошли они к чертовой матери. Противники. Вращайте барабан. Так, подожди, а у меня вот этот урон вообще от чего идет? Intelligence. Мне мозги нужны. Мозги мне нужны. Зачем мне сила? Сигила. Вот это кунай от ловкости идет. Надо прочитать. Значит, сила мне нахрен не нужна. Мне мозги нужны. Movement speed. Все, никого усилять не будем. Будем маленьких барашков просто бить и все. Ну облом. Вынесли это как легко. Там прям прилетало и прилетало. Это может быть со всех плиточек противник. Типа ты на свою голову надел. Ну вот огребай. Это ловкость.
Это Combat Consumable. Мне не надо. Вот. Так, вместо чего мы возьмем это? Мозг. Мозг, это хорошо. Бараном быть плохо. Все умные едят чеснок. Мозг. Чеснок хорош. О, вот она, перчатка, все собирает. А, можно два таких посоха взять. Ничего себе. Мозг. Хипешка. Возьмем тоже. Нужна пятерная аура, 5 слоев. Пятикратный чеснок. Девочка с гармошкой, которая объелась моченого чеснока. А почему цены-то так растут? Мозг. Вот видишь, все четко. Опять эти бараны. Ну так номинал монетки 4. Мне кажется, когда собираются в конце волны, кого-то не 4 дают, а 2 или там что-то. Как-то какой-то обман. Я прям чувствую. Бабосов нет. Опять эти бараны.
Мозг. Мозг всему голова. Вообще зря сделал. Хотел здесь на самом деле зарулить. Так, неплохо. Вот это не очень. Мозг пропустил. Но мне кажется, сейчас мы элиту всех вынесем. Баранов первого уровня. Это первокурсники. Так, enhancement tile. Ну, это вот сюда. Ну, кстати, неплохо. Давайте сходим. Пятерочка. Раз, два. Раз, два, три. Нет? Чё, как так? Я думал, мы чеснок усилим. До пяти не могу досчитать, прикинь. Грустная история. Чесночка. Сила и интеллект. Мозг. Еще одна рука. Давайте, наверное, еще подождем. А потом как соберем все самое такое, где будет там по 5 уровней. Молния. А, это консюмбл. Это на один шаг ход. Ну, у меня так денег не хватит эти реролы делать. Да, не хватает, конечно, противников надо посильнее. Первый уровень совсем мало. Но я думал, дадут усилок, чтобы сразу всех усилить. Неплохо, неплохо. Мозг. Может уже взять? Ну вот эти просто можно еще усилить. Ладно, давайте одну возьмем. Интеллект 13. Еще одна попытка взять мозг. Пушковитая какая девочка. Это староста у первокурсников.
Это первокурсники. Так, куда мы закинем? Мозг сюда. Аура сюда. Ты подумай. Опять с баранами, с этими. Пинг-понг. Сила, ловкость и интеллект по 50%. Не, ну сейчас мы намного лучше прокачались. Оружие мощное. ХПшка 220. Девать некуда просто. Так, ну будет вот скоро сражение. Есть. Как не... Мы сюда попали, я подумал, в мозг идем. Апгрейд all, вот это мне надо. Мы уже взрослые, мы можем себе позволить. Не, ну бараны второго уровня, это просто смешно. Даже непонятно, стоит ли... закидывать. Жалко денег. Ну, кидаешь все время плохо. Надо в мозг кидать. Ну сейчас мы сразимся с теткой. И будет понятно, насколько вообще тяжело, не тяжело. Конечно, тут нужен баланс. Нельзя противников иметь слишком слабых. Опять эти бараны. Thank you.
Кипешка. Неплохо так. Увеличилось. Все. Нет, это не зависит от того, как мы прокачали противников. Да, ну мы прям намного лучше стоим. Правда, это еще ни о чем не говорит. Ну, победить ее сложно. Ну, выстоять, выстоим. Три косаря. Говорит, что ты возьмешь? Свинья-копилка. Значит, меньше требуется для апгрейда на единицу. Получаешь денег в конце каждой битвы 10% от текущего. Я, наверное, вот это уже возьму. Да, давайте. Свинья-копилка. Думаю, сейчас чуть посражаемся с нубасами вообще. И все. У нас будет столько денег. Ни у кого столько не было. Как же все дорого. Лазер, ловкость и интеллект. Давайте возьмем место силы. Да, но надо копить. Надо копить деньги. Только если есть возможность как-то проинвестировать более выгодно. Чеснок. Все инвестиции в чеснок. Ракета 200% урона от ловкости. Но это дополнительно, тут надо, конечно, смотреть. Неочевидные какие-то штуки тут. Ну вот, я сейчас все потрачу, не могу остановиться. Шопоголик во мне проснулся. Кипешка. Шесть уже. Woo!
Да, врагов уже пора бы усилить. Денег жалко. Просто это бы прям много за них давали. Тут как невозможно оценить. Добавляется вознаграждение, там монетка, две монетки, а количество не очень ясно, какое будет. Я это прошиваю их просто. Пачками. Ну, давайте просто залог. Заложник свиньи копилки. Ну, получается, ход назад, ты идешь, например, на противника, ну, двигаешься назад. Ролишь себе ход вперед, там назад. Ну, там есть до ближайшего противника вперед, есть назад. И там, наверное, можно так вот подобрать, что ты просто бесконечно будешь туда-обратно, туда-обратно. А за счет свиньи копилки все эти оплачивать. Неплохо, неплохо. Скоро нас ждет сражение. Уже серьезное. Ну ладно, давайте смотреть, что тут есть. Так, это ближайший противник. Ну, кстати, можно сюда и потом ход назад вот сюда. Так, вход до ближайшего противника и ход назад усилим посох. Да, вот было бы 1020 и 10% 2 косаря, действительно можно очень много реролов сделать. И, наверное, вылавливать что угодно. Вот, смотри, и опять эту купить, портал. Ну-ка, ход назад. А почему два хода-то? А, два хода назад, не один. Я думал на посох. Ну ладно, мы все равно отбили эти деньги. Просто за счет свиньи копилки и за счет сбора. Что-то подумал, что если вход вперед на одну клетку, то и назад на одну, а тут на две. Смотри, у меня хпшка 370. Невиданная хпшка. Ну ты еще на две клеточки хочешь? Лазер? Ну так уж и быть, давай возьмем. Неплохо я так денег потратил. О, все заапгрейдить. Давно пора. Вот, на две клетки. В мозг.
Ход прямо в мозг. Сколько у нас мозг? Мозг 27. Сейчас будет встреча с элитой. Посмотрим, насколько... эффективно я воспользовался возможностями. Еще усилить, ну давайте еще усилим. Сейчас бы перчаточку. Ну у нас все по-взрослому. Хипешка, 7-й уровень. Ну... чеснока захотели, мерзавцы. Чё-то бьют нас. А чё я не могу ходить-то? Ну как так-то, ну-ка. Ну как так-то, ну всё же было хорошо. Игра оказалась сложнее, чем я думал. Так у меня не готовили. А может, она просто плохо сбалансирована. Вот. Ой, ну что ж, давайте тогда здесь прервемся. Может, что, вернемся. Пройдем. Мне игра нравится. Если тут какие-то проблемы с балансом, ну, надеюсь, разработчики утрясут. В принципе, можно поиграть. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.